Всем доброго дня. Сегодня расскажу вам про собаку Тамару. Собака с достаточно интересной историей и не самой приятной. Собаку поступила к нам в клинику, ее принесли ребята, нашли на улице, собаку сбили. В конечном итоге получилась одна не очень приятная ситуация вообще с собачкой. Ну, весь смысл заключается в том, что у собаки имеется перелом бедра и вывих тазобедренного сустава на одной из тазовых конечностей, ну и множественные ушибы. Есть черепно-мозговая травма, но ее уже врачи интенсивной терапии стабилизировали. И ребята решили ей заняться, и у них там в компании подбился какой-то мужчина, который утверждал, что ухаживает за этими собачками, оплатил первый день передержки этой собаки. И в конечном итоге, когда ребята им передали энную сумму на будущую операцию, с тихой грустью пропал. И как итог, собака остается без лечения, мужчина не выходит на связь, ребята найти не могут, потом ребята пропали с тихой грустью, через какое-то время появились рязанские волонтеры, но к этому времени у собаки настал небольшой хэппи-энд, Наталья привезла в неочередных своих подопечных с травмами, достаточно там один котик и одна собачка. Но суть не в этом. Наталья согласилась курировать данную собаку. И сейчас, на данный момент, собака находится в клинике. Ее подготовили к операции. Стабилизируем ей перелом. Тазобедренный сустав, к сожалению, придется удалить, так как он разрушен. Вот. Вот такая вот достаточно интересная история. Достаточно с хорошим реально концом. На данный момент по состоянию. У меня собака стабильная, собака кушает, пьет, собака очень добрая, дает выполнять ей назначения, это в основном обезболивающие, которые колют. Вот, завтра мне предстоит операция. Ну, в принципе, особо рассказать больше не о чем, кроме того, как вот такие неприятные истории у нас частенько происходят. И, к сожалению, не у всех животных такие благополучные концы. Завершение. По возможности тоже стараемся найти, кому их можно пристроить, но не всегда это получается. Вот. В этом случае собачке повезло, собачку назвали Тамара, и теперь она на попечении Натальи и ее приюта. По договору с клиникой, который заключает каждый клиент, заходящий к нам, в течение 2 суток, если клиент не отвечает на телефонные звонки, вообще никак не объявляется, животное переходит, собственно, с клиники, мы в дальнейшем можем сделать с ним все, что угодно. То есть это либо передать в волонтерский центр, если по причине каких-то заболеваний, каких-то тяжелых, мы его можем усыпить, если там лечение невозможно. Ну, либо передать третьим лицам, которые будут дальше заниматься данным животным. То есть здесь вариантов достаточно много. И конечным итогом у нас оказалась Наталья, которая согласилась взять на кураторство данную собаку по той причине, что собаке-то деваться некуда, особо она никому не нужна оказалась. И опять же встает вопрос о том, что какая работа проводится с данными бездомными животными. Ну, опять же, спасибо Наталье, которая не побоялась, взяла на себе такую ответственность, взяла на кураторство данную собаку. Потому что в ее случае, я могу сказать, в ее случае на данный момент у нас в клинике находится достаточно животных, которые проходят лечение, кто-то готовится к операции, кому-то уже провели операцию. Вопрос заключается в том, что вот я много достаточно видел волонтеров, с многими общался, но на данный момент, имея возможность, хочу сказать о том, что Наталья достаточно один из тех добросовестных волонтеров, и там, откровенно честно говорю, я с многими поработал, я много в всякие ситуации попадал с волонтерами, является вот достаточно откровенно крутым волонтером, не побоюсь выражения. Учитывая каждый раз, что ей приходится мотаться в Москву на МРТ, на КТ с пациентами, это мои пациенты, пациенты клиники, ее подопечные, за которыми вы следите,
это достаточно все сложно, потому что зачастую приходится огромное расстояние пробивать. Я не представляю, как она умудряется все это делать. Она может привести по несколько животных, которыми мы занимаемся, несколько собрать, отвезти на МРТ, на КТ. Поверь мне, не каждый с этим сможет сделать. Мне иногда приходится долгое время ждать, чтобы люди на что-то созрели, съездили, сделали, когда уже практически поздно что-то делать. Я могу сказать, что самое главное, это может быть такая, опять же, грубая тема, но я ее обязательно затрону и хочу ее поднять, это финансовый вопрос. Но я могу сказать самую главную вещь о том, что за то время работы, в котором мы работаем с Натальей, с ее приютом, за которым она следит, с которым, ну не знаю, можно назвать ее детищем, не поверите, у нас это, наверное, первый случай с того момента, когда мы работаем с приютами, у нас постоянно на счету этого приюта нет никаких задолженностей, и все время все вовремя оплачивается. И не бывает вопросов о том, что нам приходится, у нас точнее выбивает рассрочку. Мы абсолютно адекватно работаем, как положено. То есть финансы поступают на счет, мы выполняем работу, это постоянно все в обороте. И поверь мне, это очень приятно так работать, когда у нас бывают такие ситуации, вот, прям как с ситуацией собаки, которые на данный момент с Томой именно Наталья взяла на свое попечительство. У нас частенько такие бывают случаи, в конечном итоге мы получаем очень серьезные проблемы, с врачей списывают денежные средства, удерживают за то, что, ну, проблема в том, что люди недобросовестно ко всему этому относятся, они понимают, что врачи несут полную ответственность, верят, идут на поводу у других людей, там что да, конечно, мы все оплатим, врач соглашается и причем подставляет себя, но вопрос состоит в том, что люди частенько обманывают. И вот с Натальей таких проблем нету, и с приютом, то есть зачастую операции достаточно колоссальные, что говорить о ближайшей операции по тому же самому Грише, достаточно серьезные суммы, и у нас, в принципе, все получается, мы делаем, как вы видите, результаты, животные отправляются здоровы уже в другие страны, в нашей стране, к новым, ну, к владельцам, к своим хозяевам, то есть как любимые питомцы, и все прекрасно получается, да, где-то что-то дольше, ну, я вам честно скажу, это первый, это мне ни один из наших врачей не даст врать, это один из, наверное, таких серьезных случаев, когда у нас нет проблем с волонтерами. Волонтеры достаточно, я не хочу сейчас никого обидеть, это достаточно болезненная тема, все прекрасно понимают, про что я говорю, кто причастен к этой теме или хотя бы раз с этим встречался. И все так просто в этой среде, и на самом деле мне очень приятно работать с Натальей и с ее приютом. Это реально круто, и животным реально помогают. Это не банальные слова, это не какие-то лишние там эмоции, которые постоянно нам любят все показывать, какие-то лишние разговоры, это конкретное выполнение действий, поступает животное, мы лечим, все прекрасно, держим всех на связи, все отлично, то есть, ну, как бы вы по последним, я думаю, роликам увидели, например, Максим отправился в Германию, тот проблемный Максим, у которого изначально там чуть ли не онкологию нашли, это оказалось огроменная гематома с пораженной почкой, все это убрали, решили проблему со спиной. Тот же самый Ярик, у которого чуть полноги не ампутировали, с открытым переломом, который все сейчас прекрасно заживает, я думаю, в ближайшее время тоже окажется дома. Арчи, тот, который сейчас также в Германии, у которого было сломанное бедро, но оно и сейчас получает сломанное, застарелый перелом, там пол задницы у собаки не было. Белка, которая сейчас заканчивает свое лечение. Люди занимаются, люди вкладывают свои эмоции, то есть я надеюсь на то, что все-таки будете поддерживать в дальнейшем Наталью, ее приют. Как бы, я думаю, здесь не должно быть никаких сомнений,
что она делает. С моей точки зрения, ну, лучше пока волонтера я не встречал, на самом деле, из каких-то проблем, опять же, повторюсь, с ней не имел. И вся клиника, то есть, спокойно все общаются, все прекрасно, все замечательно. Это отдельно уже эмоции, это отдельно слова, которые очень давно хотел сказать, на самом деле, очень хотел сказать про то, что это реально приятное сотрудничество, когда ты реально можешь помогать животным, есть возможности, есть средства, есть желание. Это очень важно. Что в финале хочется сказать по поводу всей этой истории, конечно, потоме дальнейшая судьба ее достаточно интересная. Дальше будем пытаться ее пристроить в ближайшее время, потому что собачка молодая, ей достаточно немного месяцев. Она и даже не годовала, ей месяц 8-9, только поменяли зубы. Собачка интересная, но в дальнейшем, я думаю, вы еще про нее узнаете. Завтра проведем операцию, стабилизируем бедро, уберем проблему с тазобедренным суставом. Я думаю, потихонечку собачка становится и уже отправится к новым хозяевам. А на данный момент спасибо за внимание, здоровья вам и вашим питомцам.